always do 没机会就要占据你的心不会去占有我眼光看怎么party以为我知道你才就是人群里的焦点眼光太高不能怪我要让大家看到你CEO当然这不全是我的目的我要爱你的人都羡慕没错请你接受我的表白要知道我从不会被拒绝我相信你和我是天生的一对 Вон там напротив очень ничего. Нет, это рядом с офисом Вэнь Цинь. Какое совпадение. Именно его я хочу. Она вице-председатель. Я тоже вице-председатель. Нам стоит держаться вместе для улучшения взаимодействия. Скажи кому-нибудь там прибраться для меня. Я начинаю работу. Давай, мистер Ру, присаживайся. Присядем здесь. Сюда. Мистер Ру, ты занятой человек, но все же находишь время для чтения лекций ученикам и ешь обычную еду. Прошу прощения за плохой прием. Ты, наверное, не знал, но мне нравится столовская еда. Смотри, там много молодежи кругом, я чувствую себя юнцом. В нашем колледже много учеников, твои фаны. Сяо, прошу, не упоминай слово «фаны» при мне. Это специальный термин для айдолов. По-моему, фаны... глупые и безмозглые люди. Учителю, ты никогда не изменишься. Ты по-прежнему остр на язык. Я недавно говорил об этом на лекции. В этой информации вспышка поколения. Знаешь, самую редкую? Это способность к независимому разуму и соображению. Вместо почитания меня, я бы предпочел, чтобы ученики говорили со мной лицом к лицу. Я больше хочу послушать их мысли. Я хочу общаться и спорить с ними, даже если будет ругань. Правда, учителю? Думаю, звучит здорово. Ты... Здравствуйте. Здравствуй. Учителю, я пришла попросить у вас совета. Можно? Учителю, здесь расписание Джин Бо Сюэ после победы в шоу талантов включает тренажерку, танцы, фортепиано, фитнес и так далее. Это имеет ко мне отношение? Я не его менеджер. Из-за вашей статьи вы сказали, что вообще не видите его тяжелого труда и улучшений, а это несправедливо. Поэтому надеюсь, вы одобрите его тяжелый труд и улучшения. К тому же, его график на прошлой неделе удвоился по сравнению с графиком трехмесячной давности. Достаточно. Хватит. Во-первых, я не уверен, что ты говоришь правду. И даже если это все правда, для профи-певца много работы достаточно? Он много трудился, но его пение все еще ужасно. Значит, он не рожден быть певцом, не так ли? Например, шеф-повар приготовил ужасное блюдо, но сказал, что старался изо всех сил. Поэтому тебе все равно придется взять его. Мне жаль, но я не буду за это платить. Я записала парочку аудиозаписей пения Джин Бо Сюэ. Первое его пение на шоу талантов, второе его пение в студии. И третье — его новый сингл. Высокие ноты получались труднее и труднее петь, но дыхание становилось все устойчивее. Проверьте сами. Послушай, мне не нужно проверять. Разница между плохим и худшим абсолютно бессмысленна. Нет, это значит, он трудился и вложил в это много усилий, и в этом есть смысл. И он действительно улучшился. Скажи правду. Зачем ты пришла сюда сегодня? Просить меня удалить статью? Ваша компания всегда вытворяет подобное. Лю Юнань тебя сюда отправил?
Учителю, вы профессиональный музыкальный критик. Все одобряют ваши слова. Поэтому я надеюсь, Джинбоси получит ваш совет. Мисс, спасибо за комплименты, но... Надеюсь, вы подумаете над этим. Нужно четко понимать, что можно делать, а что нет. Это называется самоанализом. Если у него нет таланта, ему даже Бог не поможет. Но как профессиональный музыкальный критик, вы всегда критикуете певцов, но никогда не даете им советов. Вы совсем не профи. Где ты была? Пробка? Мне стоило нанять водителя, чтобы ты избежала пробки. Не нужно. Не было пробки. Я навещала подругу. Я ждал тебя, чтобы объяснить произошедшее сегодня. Что произошло? Обычный денёк, нет? Ну же. Это не моя идея. Комиссия регулирования инвесторов хотят, чтобы вице-председатель начал работать как можно скорее. Так это не повлияет на процесс выхода компании на биржу. Да, вижу и понимаю. Все, на что ты надеешься, чтобы компания была на бирже. Мне нужно тебе кое-что сказать. Раньше я никогда не участвовала в этом вопросе. Всем занимался ты. Но сейчас я передумала. Я тоже буду участвовать в управлении компанией. Если будут важные встречи, сообщи мне заранее. Все проекты должны быть прописаны в уставе. Я хочу отвечать за раскрутку новых артистов. Хорошо, я обещаю тебе. Все-таки ты опытный музыкант. Ты должна отвечать за раскрутку новых артистов. К тому же, это основная деятельность компании. Я бы не переживал, если бы это была ты. Еще. После выхода компании на биржу, наши доли Сяо-Сяо должны быть конкретными. Вань Цинь, ты всегда свободна в семейных финансах. Я никогда не вмешивался. Поэтому знай, вы с Сяо-Сяо всегда во главе. Я даже не думаю о себе. Ты внезапно говоришь мне об этом, значит, ты во мне сомневаешься? Как ты сказал, это семейные финансы, но я говорила о долях компании. Надеюсь, мои доли будут защищены законом. А насчет Сяо-Сяо, она еще маленькая. Я ее опекун, и я делаю это от своего имени. Ты тоже знаешь, после того, как она вырастет, компания будет развиваться. Ей нужна подстраховка, ведь так? Хорошо. Я согласен. Только вот я начинаю думать, что мы стали друг другу незнакомцами. Я тоже вынуждена так считать. Сколько стоит этот чехол? 10 юаней. 10 юаней? Берете? Юйдзюй? Это правда ты? Я думала, что обозналась. Что ты здесь делаешь? Разве ты не должен петь в пабе? Я обидел мисс Ли. И не пошел. Тебя выперли из паба. Я сам ушел. Я хочу там петь, а не общаться с этими людьми. Ну, мне кажется, если ты справишься с мисс Ли, может, ты не закончишь вот так. Значит, ты забросил пение? Конечно, нет. Я никогда не заброшу пение. Супер, ты меня напугал. Джинь-Джинь возлагает большие надежды на тебя. Если бы она узнала, что ты продаешь вещи, она бы очень расстроилась. Она верит, что ты станешь суперзвездой. Прошу, тогда не говори ей об этом. Я не хочу ее разочаровывать.
Но вообще-то, здесь не так уж и плохо. Видишь, сейчас я продаю вещички. У меня больше свободного времени для написания музыки. Я пишу музыку, которая мне нравится. Потом я отправлю демо-компаниям. Может, у меня будет шанс. Ты прав. В конце концов, работа в пабе не даст тебе блестящего будущего. Значит, это даже неплохо. Как? Твое резюме? Ты получил ответ? Ни одного. Ни одного? Может, они еще не посмотрели его? Что со Star Entertainment? Джинджи не говорила, что директор по музыке высокого мнения о тебе. Ты даже выступал на их пресс-коне в прошлый раз. И отлично справился. Star Entertainment связалась со мной. На самом деле, это здорово. В любом случае, я все еще думаю, что если буду трудиться, у меня обязательно будет шанс. Это все временно. Удачи тебе. Правда, удачи. Дай взгляну, чем ты торгуешь. Миленькие побрякушки. Я куплю что-нибудь в поддержку тебе. Не нужно покупать. Это подарок от меня. Для Джин-Джин тоже выбери что-нибудь. Ни за что. Я куплю. Маленький медвежонок очень милый. Джин-Джин понравится. Правда? Тогда передай его Джин-Джин от меня. Посмотри на себя. Алло. Ты где? Дома. Дуй сюда. Ты должна появиться здесь за полчаса. Я хочу тебя кое о чем спросить. Ты действительно считаешь меня роботом по вызову? Бро, так ты еще жив? Я думала, у тебя сердечный приступ, и ты потерял сознание. Днем ты была офлайн. У меня не может быть личной жизни. В чем дело? В чем дело? Взгляни на последние новости. Читай сейчас же. Вы с Угуном в топе поиска. Он запостил новую запись. Он оставил пару комментов о твоем мастерстве, да? Круто! Теперь вы в хороших отношениях, он тебя поддерживает. Тогда ты улучшишь свои навыки пения. Это беспроигрышная ситуация. Не благодари, мне не трудно. Хотя это заняло у меня кучу времени и усилий, и он меня отругал. Думаю, это того стоило после прочтения записи. За что мне тебя благодарить? Мозги? Хорошо, у тебя они должны быть. Какого черта ты его искала? Читай, читай. Особенно последние два абзаца. Читай вслух. Джен Буси много раз отправлял свою помощницу, чтобы меня побеспокоить. Она настаивала на том, чтобы я признал его усилия и улучшения. Это слишком грубо. Если мне действительно нужно высказаться о Джин Босюе, то... Во-первых, он совсем не умеет петь. Во-вторых, у него нет навыков пения. Рекомендую ему сменить работу, пока он не может. Ты та помощница, да? Ты. Если бы ты пошла ругаться и ссориться с ним, может быть, я бы тебя поблагодарил. Он профи-гадюка. Он всегда десит звезд, чтобы прославиться. Он десит меня с момента моего дебюта. Я никогда не отвечал. Это уже выставило меня дурачком. А теперь ты просишь его научить меня петь? Ты издеваешься? Слушай, из-за тебя я сейчас полный дурак. Я думаю, он эксперт в музыкальных обзорах.
Если бы он дал тебе совет, ты от этого бы только выиграл. А как же мой престиж и чувство достоинства? Только он в мире разбирается в музыке! Я хотела рассказать ему о твоей ситуации, надеялась, что это его затронет. Ой, прошу. Почему для общения с тобой нужно столько усилий? Ты моя помощница, все сказанное и сделанное тобой представляет меня. Отныне, без моего ведома. Пожалуйста, я тебя умоляю, не разговаривай без мозгов, лады? Прошу, умоляю тебя, уйди. Уходи! Какая мудрая. Я реально. Извини, я не ожидала, что так случится. Твои извинения бесполезны, запись уже опубликована. Ты с этим ничего не поделаешь, прошу, уйди, умоляю тебя. Такие, как она, не умеют работать, знаешь? Я могу. Я готова работать с элементарными делами и добросовестно работать над каждым делом. Но прошу, никогда не будь помощницей Чен Бусюэ. Он очень странный. Ему тяжело услужить. Если ты действительно несчастна на работе, увольняйся. С чего мне увольняться? Думаешь, легко было получить предложение от Star Entertainment? Меня выбрали из миллиона людей. Я уже отказалась от пения. Поэтому я не могу сдаться вновь. Мечты так трудно воплотить. Мы должны смотреть правде в глаза. Все же, мне не суждено быть звездой. Я должна принять этот факт. И сдаться. Мне кажется, раз ты уже что-то решила, не раздумывай об этом, ладно? Иногда, после того, как ты узнаешь работу, ты находишь это забавным. Возьми меня в пример. Ты вернулась. Точно. Я купила тебе подарок. Посмотри. На. Это получила в подарок. Держи. Один я сохраню. Тебе нравится? Спасибо. Не парься. Кстати, знаешь, где я купила эти вещи? Угадай. Не хочешь гадать? Ладно, скажу. Я купила это в ларечке Юйцзи-Джуэ. У Юйцзи-Джуэ ларек? Да, он сказал, что обидел мисс Ли в пабе, поэтому он там больше не работает. Вот установил сейчас ларек. Однако это доказывает, что он добродетельный. Где он сейчас? Я пойду встречи с ним. Нет, пожалуйста, не надо. У него все хорошо, он оптимистичен и энергичен. Правда? Правда. Он знал, что у него нет блестящего будущего в пабе. Он намеревался уйти. Ему это на пользу. Но не ходи встречаться с ним. Все было бы нормально, если бы это была я. Но если бы это была ты, ему бы было очень неудобно. Я хорошо выгляжу? Мне идет? Почему все трудяги в таких ужасных ситуациях? Что с тобой сегодня? Почему я чувствую, что с тобой что-то не так? Ты несчастна? Расскажи мне, и я разделю твои чувства. Есть музыкальный критик Угон. Он написал статью, где критикует Джен Босюэ. Я была не согласна с ним, поэтому я пошла с ним поговорить и дать узнать Джен Босюэ получше. В результате он написал еще более резкую статью, чтобы поругать Джен Босюэ. Он меня неправильно понял. А потом... Джен Босюэ разозлился. Он отругал тебя? Что? Какой козел! Твои хорошие намерения не одобрили.
Не грусти. Я правда старалась. Не знаю, почему все так оказалось. Ладно, не плачь. Давай так. Послушай, Земля жестока. Давай вернемся завтра на Марс. Ну как? Скажи, мне снова пойти поговорить с Угуном? Лучше не надо, не усложняй. Ты недостаточно смущена. Чем больше делаешь, тем сложнее становится. Если ты правда так несчастна, увольняйся и присоединяйся к нашей компании. Ты счастлива в своей компании? Да. Вообще не переживай обо мне. Я присоединилась к новой компании. Blossom — недавно созданная небольшая компания. Я присоединилась меньше недели назад, но там очень миленько. Все младше. И они зовут меня сестрой Ся Юань. Мне так неловко. Тебе везет. Не расстраивайся. Если тебе не нравится там работать, увольняйся и присоединяйся к нашей компании. Взгляни на себя, бедняжка. Дай вытру твои слезки. Не плачь. Ты будешь похожа на кикимору, если будешь плакать. Мисс, спасибо за комплименты, но надеюсь, вы подумаете над этим. Нужно четко понимать, что можно делать, а что нет. Это называется самоанализом. Мисс Ян, тебе нужно научиться вести себя. Вот мой совет. Смени работу, прежде чем этот бизнес тебе испортит. Если у него нет таланта, ему даже Бог не поможет. Это опасный мир, поэтому отступи, если не справляешься. Ся Юань! Говорю тебе, это еще не конец. Я с ним искренне говорила. Его реакция была совершенно неправильной, и я не хотела его оскорбить. Зачем он такое наговорил? Я поговорю с ним еще раз и все проясню. Я не позволю ему понять меня неправильно. Ян Джинжэнь, почему ты такая упрямица? Ладно, лишь бы ты была счастлива. Босс Чэнь. Рейтинги и популярность сингла Джан Басюя не поднимаются. Наш пиар-отдел перепробовал все. Все равно не сработало. Нам купить рейтинги? Ничего серьезного. Скрыть это от босса Ду. Нет, не делай этого. Тебе ли не знать отношения босса Ду? Она всегда придерживается своих принципов. Она уже несчастна. Если это просочится, у нас будут большие неприятности. Ладно. Тогда последуем обычной тактике. Боюсь, что Джан Басюй попадет в неприятности, и опять будут плохие новости. А Угун жесток и упрям. Он... Босс Ма, вы здесь? Вы пришли. Вы закончили? Мы можем закончить в любое время. Проходите, присаживайтесь. Я закрою дверь. Вот финансовая отчетность компании за последние 3 года. Что-то не так? Все в норме с точки зрения обычного человека, но комиссия по контролю — необычные люди. Ну и вице-председатель, как ты, тоже необычный вице-председатель. Тебе нужно уладить это для компании. Тебе нужно уладить это для компании. Здорово. Тогда процесс выхода на биржу пройдет гладко. Дай сначала мне это закончить. Позвоним ли мы в колокол при выходе на биржу, зависит не только от инвестиций в Аншан. Это еще потребует капиталовложений. Честно говоря, это значит, что мы будем плести сеть за те деньги, которые у нас есть, и используем эту сеть для ловли рыбы. Количество пойманной рыбы зависит от результативности компании. Все на поверхности, но есть еще то, что под землей. Такова сложность рынка. Поэтому я не согласна кое с кем в компании, кто развивает артиста без учета рынка. Мой профессор по экономике сказал мне на первом занятии: идеализм не заработает на хлеб насущный. Да, ты во всем права. Поэтому у меня есть предложение. Думаю, мне стоит присоединиться к проектам по развитию артистов. Но я хочу дать понять, что я делаю это не для борьбы за власть. Знаю, знаю.
Лина, ты новичок в этом бизнесе. Предлагаю тебе не торопиться и действовать не спеша. Поначалу ты столкнешься с правилами и темпами в этом бизнесе. Тогда мы все продумаем. По рукам? По рукам. Изначально я пришла поучиться этому у тебя. Вот. Это простейший план развития артиста, написанный мной. Взгляни и не стесняйся комментировать. Ого, ты основательно подготовилась. Естественно. Я целую неделю не спала. Я скоро все посмотрю. Учителю, я много узнала из вашей лекции. Спасибо. Профессор Угун! Спасибо за поддержку. Кто тут Угун? Вон тот, в сером костюме и в очках. Напишите мне на почту, я отправлю приглашение на следующую лекцию, хорошо? До встречи. Вот он. Какого фига обзываешь сюсюйчика? Хватит драться! Прекратите! В гроб ляжешь! Угун, ты умрешь от моих рук! Зачем ты обзываешь сюсюйчика? Я Джин-Джинь! Кто посмел натравить на меня фанатов? Никогда тебя это не прощу! Это не я! Не я! Я Джин-Джинь! Я... Угун! Жуткая многоножка! Я Джин-Джинь! Ты натравила на меня людей! Да не я это! Не я! Вот это Ян Джин-Джинь. Да ты хуже меня! Как ты могла натравить на него фанаток? Это была не я. Тогда кто? Сама посмотри. Куча крупных планов с тобой на видео. Если не ты, что тогда там забыла? Или ты, типа, взяла чью-то вину на себя? В прошлый раз ты тоже с ним не заладила. И в итоге он расплевался еще одним плохим отзывом на Басюя. Тебе этого не хватило? Решила сделать еще хуже? Мозги совсем испарились? Я просто хочу решить проблему. Нужно осознавать, есть у тебя возможность это решить или нет. Не думай, что тебе все под силу, раз легко сюда попало. Ты еще новичок! Здравствуйте, Баси. Предупреждаю сразу. Если станет еще хуже, вся вина ляжет на тебя. Просто Угун неверно меня понял. Я правда не виновата. Да мне пофиг, придется быть ответственной. Не неси чушь. Вы так разорались, мне с улицы слышно было. Я попросил ее затравить Угуна. Что теперь? Ты попросил? Что за бред? Босс Леон ни при чем, не слушайте его. Ян Джин-Джинь. Он сознался, чего ты все отрицаешь? Я просил только знатно отчитать. А ты теперь его и травишь? Просто браво! Умничка моя! Она... Не раздувай проблему больше. Погоди, что ты говоришь, Басюй? Угун змеюка, как куснет нас, и мы помрем. Пофиг. Пусть кусает. Пустяки. Просто попросим Ян Джин-Джинь еще раз его хорошенько избить. Прошу, не надо. Басюй, сжалься хоть немного. Тебе, может, и весело, но разгребать потом все нам. Прошу, сжалься надо мной. Говорят же, дела сами не ходят, их вести надо. Ну, взбодрись. Я возьму вину, ладно? Пожалуйста, валите все на меня. Иначе я лучше буду бить себя кирпичом до смерти. Интересно, сработает ли? Басюй, не думаешь, что это слишком? Это все твоя идея? Вините меня. Мои фанаты и так сделали то, что хотел сделать я. Прекрасно. Ты мил со своими фанатами. Можешь дать немного этой доброты своей компании? Мы тебе семья. Можешь доставлять меньше проблем. Угун был груб, знаешь, как это называют? Получил по заслугам, догоняешь? Угун – известный музыкальный критик индустрии. Что бы он там ни сказал, просто прими. Зачем развязывать с ним ссору? Я уже много раз говорил. Позиции и музыкальный стиль, данные мне компанией, мне не нравятся. Я знаю, что нравится. Си-поп. Да? Да.
Песни, которые я пою и пишу, это сипоп. Я первый поднимаю флаг сипоп. Неважно, как ты меня поддерживаешь или считаешь смехотворным, мне плевать. Никто меня не остановит. Я кое-что скажу. Многие китайцы слушают зарубежную музыку, не понимая язык. Подумай же об этом. Если иностранцы будут слушать китайские песни, разве это не повод для гордости? Тем более, я буду инициатором. Я тоже много раз тебе говорил. Сипоп мечта, очень хорошая мечта. Но у нее нет культурной и зрительной базы. Ты напишешь им песню, они не поймут. Поэтому прошу, не спорь с компанией. Мы прокладываем тебе хорошую дорогу. Я приведу другой пример. Несколько лет назад я сказал некоторым людям, одноклассникам и семье, что стану звездой. Мне никто не поверил. Но у меня все получилось. Повторяю. Я распространю китайскую музыку по миру в течение 10 лет. Многие иностранцы будут слушать популярную китайскую музыку. Эта мечта точно сбудется. Увидим. Только спортзал не забывай. Мой сипоп принц. Сам разберусь. Уже так поздно. Ты чего здесь делаешь? У меня плохое настроение. Поднимаю его музыкой. Я хотел воспользоваться этим, но ты пришла первой. Да сиди, я шучу. Люинань тебя переругал. Куда перед ним делся Норов, который используешь на мне? Не смеешь ему перечить? Нет. Просто тут я правда виновата. Я неправильно решила проблему. Теперь Огун не так тебя понимает. Я уже тебе говорил. Угуна нереально контролировать. Он только и умеет злобно острить. Как бы там ни было, я плохая помощница. Из-за меня тебя беспричинно ругали. Меня и так ругают. Теперь и меня ругают. Говорят, что я разрушила твою репутацию и испортила имидж. Короче, дура я. Не забывай, что ты живой человек. Не думай о тех, кто живет только виртуальным миром. Ты проиграешь, воспринимая их слова серьезно. Это докажет, что твое сердце слабо. Хватит. Мне и так грустно. Знаю, я ошибалась. Извлеку из этого урок. Хорошо в теории, плохо на деле. Это я. В честь того, что ты мне так верна, вот тебе подарочек. Не люблю задолжать людям. Это тебе. Не смог найти тот же. Но ты уж пойми. Я снова искать не пойду. Теперь пойду. Наслаждайся музыкой. Народ поголовно думает, что Угун был атакован нашей компанией. Эта проблема плохо сказалась на сингле Джин Босюэ. К счастью, Угун не подал в суд. Джин Босюэ — это бомба замедленного действия. Никогда не знаешь, когда взорвется. И что дальше? Думаю, нужно организовать пресс-ком. Все прояснив, мы настроим позитивную волну. Хорошо, займись этим. Но отнесись к делу с умом, забудь уже про сингл. Пусть Босюэ заработает больше денег для компании. Из-за новой проблемы отменили все рекламные контракты.
Вот план Юйцы. Ему нужно больше взаимодействовать с фанатами. У него ведь большой фан-клуб. Посмотрим, решит ли это проблему. Доход с фанатов самый важный для компании. Также это ключ к развитию компании. Знаете, отнеситесь к этому открыто. Давайте использовать новые методы. Пусть Басюй будет экспериментатором. Извините, что прерываю. Босс Чэнь, мы договаривались. Ты обещал мне, что я буду отвечать за развитие новых артистов. Почему мне теперь мешает посторонний человек? У нас совещание. Поговорим позже, ладно? Нет уж. Какое совпадение. Очень хорошо. Вся элита в сборе. Давайте разработаем план развития новых артистов вместе. Каким боком это с тобой связано? Инвесторы хотят видеть артистов, развивающихся с ориентиром на рынок. Мы не можем воплощать личные мечты за их счет. Тем более, я уже тебе говорила. Политика компании – делать больше денег. И ты поддержал идею. Босма, для развития артиста нужен высокотехнологичный контент. Это должен делать человек, знающий и музыку, и рынок. А Босма тут не так давно. Босс Чэнь, она ничего не знает. Почему ты ее так поддерживаешь? Star Entertainment скоро будет на бирже. У нас тут не семейное гнездышко. Нельзя иметь предвзятые отношения. Это не способствует рабочей обстановке. И я не смогу договориться с Ван Шен. Можешь перестать упоминать Ван Шен? Думаешь, можешь лезть в дела компании, раз деньги есть? Ты ни черта не знаешь. Лучше вернись в офис и пей свой кофе. Много компаний хотят, чтобы я пила их кофе. Благодари, что я тут. Так, ладно. Хватит. Закончили? Мы в компании создадим два отдела по раскрутке артиста. Команда А и Б, Босс Ду и Босс Ма будут отвечать за них отдельно. В смысле? Мне очень нравится эта идея. Я все решил. Делайте, как говорю. Вы обе считаете себя способными. Так покажите это в работе. Это бизнес. Результаты все сами скажут. Хорошо? Хорошего дня. Я пойду работать. Спасибо за ваш труд. Не за что. Ну, в смысле, мы не трудились вовсе. Это Босс Чэнь предложил такое чудесное решение. Мы тоже пойдем работать. Что за гарем-дорама? Как же интересно. Боссу Чэню тяжело с двумя женщинами. Он сам в это влип. Ты чего злорадствуешь? Что? Посмотрел бы лучше на свой вид. Разве мой стиль не крут? Неплох. Старомоден. Старомоден? Да. Я красивый? Думаю, вы хороший человек. Я же спросил, красив ли. Ладно, иди работай. Некрасивый? Достаточно. Пожалуйста, ждите новостей дома. Спасибо. Президент Ду, показать следующего? Не нужно. Ни у кого нет таланта. Скажи им оставить свое демо и ждать новостей. Хорошо, я пойду. Здравствуйте, учитель Чан. Привет. Цзэджуй, ты здесь. Я послушала твою песню «Пур Уайт». Я очень впечатлена. Присаживайтесь. Ты сказал ему? Я рассказал обо всех взглядах компании. У него уже есть черновик контракта. Ты прочел? Что думаешь? Да, прочел. Но как сказать?
Некоторые условия слишком жестокие. Можно ли их изменить? Я понимаю. На твой взгляд, контракт может показаться жестоким, особенно срок 10 лет и жесткое наказание. Но мы считаем, что так сохраним своих талантливых артистов. Также это лучшее для твоего творческого развития. Я понимаю. Прошу, дайте мне подумать. Конечно. Все-таки контракт на 10 лет всякое может быть. Ты должен быть осторожен. Хорошо, тогда я пойду. Хорошо. Ждем не дождемся работы с тобой. Удачной работы. Сестра До, вы все утро прослушивали певцов. Какое трудолюбие. А тебе не стоит расслабляться. Нужно усердно отбирать артистов. Просто делай свою работу. Кстати, лучше зови меня, как подобает. Босс Ду. Главный босс управляет и развивает артистов. Это моя работа. Думаешь, что я ее отобрала? Прости, это всего лишь моя обязанность. К тому же, мисс Ду звучит намного дружелюбней, не правда ли? Это в культуре компании и моих принципах работы. Обязанности нужно исполнять, да. Но также нужно разделять работу с личным. Не обращайся со мной как с родственником. Это совсем нецелесообразно. И запутаешь других работников, если они услышат. Не хочешь, чтобы я звала сестрой? Злой львицей величать? Малой, сколько это все стоит? Сэр, это для девушек. Вам не понадобится. Или вы хотите подарить девушке? У вас же их не так много. Я хочу купить все это, чтобы ты занимался музыкой. Вы меня знаете? А ты меня нет. Я посмотрел видео, где ты поешь. Ты довольно популярен. Мой друг рекомендовал тебя. Так, у меня дела, поэтому забрать я все не смогу. Если будет завтра время, отправь вещи в мою компанию. И еще. Сколько бы там у тебя ни осталось, отдай все мне. Надеюсь, ты больше не будешь торговать на улицах.